эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, не страдала бы душа. Господин офицер, купите игрушки своим дамам, и они будут любить вас еще сильнее. Не страдала бы душа. Девчонки везде одинаковые. Сколько это стоит? Обменяем на продукты. Тушенку, шоколад, печенье. Эй, красавица, купи веерок под цвет глазок твоих. Цену сбавим, не звери. Клаус, тащи продукты. Гуляем, братцы! Спасибо! Сон, это я. Надо уходить быстро. Ожила под венец. Осторожно. Быстро. Фран, что ты говоришь? Господин офицер, позвольте вас спросить. Вы не могли бы мне сказать, такие мышцы доступны только арийцам, или у меня тоже есть шанс? Я тебя больше никогда не оставлю. Фантастик! Пошли. Давай. Ты проходи. Садись. Познакомься. Пить. Тюлень. Ну шо? И мне помоги. Давай. Прости, я не смогу это есть. Ты шо? Да эта буренка, она, может, больше твоего хотела, чтобы ты ее съела на зло врагам. На. Хочешь водички? Это Ваня Земнухов. Мы его зовем просто профессор. Интеллектом берет. Три языка там. Вообще 3,5. Я с января изучаю латынь. Да, мозги золотые. Таких нигде не сыщешь. Спасибо. Спасибо вам за все, ребята. А хочешь еще водички? Попей. Завтра мы родных твоих заберем. Ты не волнуйся, мы с охранником договорились. Тюлень, ты так все сало снюхаешь. Тюлень, это для сынных родителей. Я запах запоминаю. Запомнил запах? Дай. Скоро комендантский час. Угу. Тюлень, нам пора. Приятно было познакомиться. Да иди ты уже.
Витька, Витька, Витька! Вот! Карантин, тиф! Повесишь на дверь, как постояльцы уедут. Немцы это зараза, как огня боятся. Спасибо. Все, давай. О! Давай, добрый. Давай. Вот именно знает. Уф. Видите, там немцы, евреев куда-то увозят. Сажают машины, увозят. Тюлень побежал проследить за одной из них. На работы. А взорванные шахты, говорят, будут восстанавливать. Простите, уважаемый! Тут вчера евреев держали. Вы не знаете, куда их угнали? Так их еще утром угнали. На пятую шахту свозят. Забора. Там дырка. Я там был. И на горку. Берегем патроны! Бросать живьем! Это же семья Сони. Клаус, что случилось, Клаус? Молодец, Клаус. Если бы к этой свинье раздобыть светлого пива. Свинка, свинка. Иди сюда. Иди, крошка. Загоняй ее в сарай. Русская свинья понимает только силу оружия. Thank you.
Юдышел Швайн. Жидовская свинья. Ж, любов. Як в кино? Не зря я тебе вже дав. Давай, бразай свою жидовську коханку і топи в комендатуру. Зарестован ти, Вітьок, за укривання жидовської нації. Ілі нехай господа фриці розберуться за що. Я вернусь за тобою. Ну що, глух? Встав і пішов. О, молодец. Руки за голову. Ноги вперед. Давай шустрее, времени нема. А что ты на меня так смотришь? Давай быстрее. Пошел, пошел. Что ты думаешь, что я девку? Не я, то Витька, то немцы. Только у Катиля они наворошили в град. Соседи кричали, что свинью стреляют. Я пришел, девка уже подраненная. И поэтому приказали тебя за укрывание жидов зарестовать. Понял? Сами немцы в город увалили. Начальство устало ихнее. Так что я теперь за главного усек. Ты куда пошел? Дверь закрыть надо. Да что там у тебя братья, кроме таракана, а? Сапоги трофейные немцы забыли. Где? Вон там. Ах же, сволота! Я ж... тебя порежу! Давай! Витька! Витька, не дури! Не дури, немцы увидят! Тебя порешают, Витька! Витя! Кто еще знает про Соню? Никто, Витька! Никто не знает, Витя! Сейчас, Витя, из города выйдем и через 5 минут на месте будем. Туда тюлень уже мотоцикл Степкин пригнал. Хайль! Стоять! Тихо, тихо, Витя, стой, стой. Молчи, я сам с ними поговорю. Игнаусвайс! Ваши документы. Guten Tag, Herr Officier. Wir sind in großen Eile. Добрый день, господин офицер. Мы очень торопимся. Наша сестра заболела, у нее высокая температура. Она уже несколько часов без сознания. Здесь рядом есть частный доктор, мне сказали. Почему не отвезли в больницу, если она больна? Там ее отказались взять, не хотят рисковать. Боятся распространения инфекции. Хорошо, идите. Вить, пойдем. Пойдем, Витя. Хальт! Стой. Du, Junge! Эй, ты, мальчик. Nimm das Tuch, sonst подними, не то и напечет голову. Danke, Herr Officier.
Вить, а если там... Если там целый отряд фрицев будет? Beweg dich! Hopp, hopp! Lauf! Oh, du liebes Augustin, Augustin, Augustin! Oh, du liebes Augustin! Вон они! Гони, тюлень! Гони! Два полицая на мотоцикле. Неплохо разогнались. Вот что нам было нужно, Клаус. Мотоцикл вместо этой убогой клячи. Гони, говорю! Давай! Газуй! Похоже, они догоняют нас. Интересно, что им надо? Видимо, комендант решил отблагодарить нас за поимку еврейской девчонки. Готовься получить орден, мой друг. Партизаны, провалиться мне на месте. Шайза! Болван, останови лошадь. Давай, давай! Я немецкий офицер. Это военное преступление. Вас повесят. Ты совершаешь ошибку. Пожалуйста, не надо. Именем советского народа за вторжение на нашу землю, грабежи и убийство Сони приговариваю тебя к смертной казни. Не стреляй, пожалуйста. Три, четыре. Давайте еще раз. Три, четыре. Не могу. Столько людей зашло в шахту, это зверство. Слушали бы. Нам через 3 часа нужно развлекать публику. Не дай себе раскиснуть. Еще раз. Николай Антонович, прошу. Молодец. Ну кто там еще? Браво! 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 Гроза! Великолепно! Как вы сюда попали? Дверь была открыта. Я проезжал мимо и хотел увидеть вас. Я терпеть не могу, когда на репетиции присутствует посторонний. Люб, мы пойдем перекурим. Entschuldigen Sie bitte, wir machen kleine Pause. Простите, я не подумал, что так сильно помешаю вам. Вильгельм? Вильгельм? Bleiben Sie. Останьтесь. У меня как раз будет маленький перерыв. Wissen Sie, ich bin vom Theater. Знаете, я покорен театром. Я с детства мечтал стать актером. Sein. Быть.
oder nicht sein. Или не быть. Das ist hier die Frage. Вот в чем вопрос. Aber Sie haben Но почему-то вместо театра вы пошли на войну. Der Krieg ist nicht ewig. Но война не будет вечной. Nach dem Sieg. После победы я вернусь в Германию и кто знает. Interessant. Интересно. Стали бы вы так мило беседовать со мной, если бы я была еврейкой? Зачем вы спрашиваете, фройлейн? Евреи – ущербная раса. Я же знаю, что вы не еврейка. Я смотрел вашу анкету. Что? У меня есть доступ к определенного рода документам. Я знаю, что вы разделяете наши взгляды. Вас волнует только моя деятельность на благо Германии? Жаль. Извините, мне надо продолжать. Клянусь, вы первая девушка, которая мне так нравится. Придете сегодня на концерт? Постараюсь. Фройлен, я буду ждать нашей встречи. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Да, мотоцикл-то был хороший. А теперь что? Лежит с двумя немцами в шахте. А мог бы ездить, да ехать. В шахте надежное место. Там искать никто не станет. Раньше хоть на подполье надежда была. Я бы к ним попросился. Лично я под фрицами ходить не собираюсь. Нам нужно новое подполье. Наш собственный отряд. Да. Мы соберем нормальных парней и вдарим по фрицам. Что нам стоит? Тюлень, это не игра. Ты готов идти до конца. Под пытки, если поймают. Под расстрел. Вы все готовы? Я клянусь. 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 Я клянусь. Улька сумасшедшая, ну свалишься же, ну. А ты поймаешь. Толь, ты что, каш мало ел, что ли, а? Ой, Толя, я тебя так люблю, мне даже страшно. Знаешь, бывает, проснусь утром, и вот день, самый обычный. И улица обычная, и люди все такие обыкновенные. И вдруг мне кажется, что вот эта улица и эта речка, они самые красивые на свете. Как будто они счастливы заодно со мной. Понимаешь? Улька, милая, я так тебя люблю, а? Честное слово. Да? Любишь, поймаешь? Стой! Тихо, осторожно! Не уходи! Догоню! Толь! Дышать хочешь с полной грудью, любить до упаду. Жаль, у нас только две винтовки и Вальтер. У нас уже две винтовки и Вальтер. Да, и нас всего 4 человека. Нас уже 4. А я? Нет, девчонок не берем. А ну, цыц! Нос не дорос решать, кому с фашистами бороться, а кому нет. Знали бы немцы, куда их казенные бинты и йод трачу. А у вас в больнице тоже немцы командуют? Да, каждый моток марли на учет взяли. Всех больных разогнали.
Хорошо, что хотя бы медсестрам паёк дают усиленный. Я детишек подкармливаю. Ребята, тревога, полицаи. Вот этот дом. Улица Калинина, дом 2. Як и просили. Хаус durchsuchen. Kommt, kommt. Ты, Виктор Третьякевич? Нет. Что не? А где он? Я его дальний родственник. А Виктор болен. У нас карантин. Тиф. А в чем дело? Та Степка малой до него панох офицеров поселял, которые потом в Ворошиловград убыли. Так после того никто не бачив. Ни Степку, ни мотоцикла егошного. У нас приказ. Дознайтесь, кто видел Степку последний раз. Вот зараз и поглядим, что там за карантин у вас. Господин офицер, вы меня помните? А, я. Да, да, я тебя помню. Ты мальчик, у которого заболела сестра. Я спрашивал в больнице, у нее действительно тиф. Meine Schwester ist gestorben. Моя сестра, она умерла. А теперь заразился и брат. Сейчас у него медсестра. Укол делает. Я пока здоров, но кто знает, что будет завтра. Не советую вам входить в этот дом. Я не собираюсь. Если они хотят, пусть сами проверяют. Идите. Идите. Ну что ты смотришь? Иди пошухай пахать. Давай, давай. Не лупи, зенки. Открывай дверь. Да вы поближе подойдите. Вы ему руку на лоб положите, температуру померите, если заразы не боитесь. А не, не! Не Шинка молодая, это сынка маленький. Я вижу, помирает хлопчик. Я передам. Ага. Вот справка с подписью доктора. У больного тиф, никого сюда селить не следует. Ага. Я передам. Ну что? Помирает Третьякевич, тиф у него, вот справка от доктора. А что ты мне ее суешь, а? Тиф у него. А у меня Шинка молодая. Да не ори ты, сует в руки, что не треба. Иди пошухай там, в сарай. Давай бегом. Не трожь там ничего. Слышишь меня? Нимас. Возьми. Грицко! Все, домой. По домам. Никого нет. Ну, смотри. Еще к зубам бумажку эту принес. Ребята, кажется, ушли. Ушли. Спасибо, Тони, надо говорить. Выручил нас всех. Обращайтесь. Я и наш доктор всегда поможем. Да, Тони, спасибо. Ага, пожалуйста. Давай. Ага. Так. Ну-ка. Не зря я там пыль глотал. Ты зачем это взял? Отряд будем набирать. Левашо. Так эти вообще братья. Так. Пиши, Левашовы. Я за них ручаюсь, скажи. Мы ручаемся. Мы ручаемся, они спортсмены. Комиссар, комиссар, скажи ему. Да все, берем, пиши. На, садись. А пиши, вы написал? А вы помните Володю Осьмухина? Нас вместе с ним в октябре-то принимали. Володька? Осьмухин, точно. Мы 7 ноября с ним фейерверк тогда, помнишь? Осьмухин голова. Мы, конечно, весь Краснодон помнит. Салют, помню. Жору Артюнянца предлагаю. Он отличный парень, и вместе со Смухиным, кажется, в кружок радиолюбителей ходил. Да, пиши. Помните, когда школу закрыли, к нам ребят перевели?
Улю Громова. Она сейчас на Зернотоке работает. Маю. Толю Попова. Еще девочка была, Нюра. Веселая такая. Подождите, да. Что? Была. Здесь четверых трое девок. Зачем? У нас хороший отряд получается. Смотри. Асмухин. Эти, как они? Янка же еще с Юркой. Они на шахтах вкалывают. Давай их тоже возьмем. Толя Ковалев. Который царь? Это тот, что гантелями занимался в школе. Да он с войны вернулся, контуженный. Он только и может, что в парке за деньги бороться. Его надо брать. А хотя берем, он сильный. Сколько получается? А? Ну, вместе с нами 15. Да у нас тут такая команда собралась. У нас через 3 дня немцы будут по плацу бегать, советские им учить. С вами. Да, с тобой. Сережа Левашов. Это я. Братья мы. Знакомьтесь. Нас все время плохо. Генка, Виктор. Генка мой лучший друг, я за него ручаюсь. Я, правда, не комсомолец, не успел вступить еще. Это не главное. А что главное? Главное родину любить и фашистов ненавидеть. Ой, это так и есть, а фашистов еще со школы. Да, немецкий сейчас нужен. Когда на шинерку пришла. Повеситься хотел. Зато наш класс лучше всех немецкий знал. Ну да. Такой зал. Это да. А я вот хотел в школе немецкий учить. А мне мама говорит, иди французский учи, будешь тексты Дюмы в оригинале читать. Дюма. О, мушкетер. Так, давайте начинать. Давайте. Товарищи, мы здесь собрались, чтобы создать отряд, который будет бить фрицев и в хвост, и в гриву. Наш отряд должен быть тайный для всех. Для родителей, для братьев и сестер, если они не в отряде. Здесь мы устроим штаб. Мы будем приходить сюда, придумывать диверсии и тренироваться. Каждый из вас должен освоить оружие. Викторчан, а как мы его назовем, наш отряд, а? Красные дьяволят. Борцы за родину. Крылья советов. Союз победителей. Красные защитники отечества. Сталинские орлята. Ну. Горящие сердца советов, а? Так, давайте не горячиться. Предлагаю назвать «Молодая гвардия». Это просто и хорошо. Кто за? Здорово. Я тоже за. Мы за. Единогласно. Пока нас мало. Но я верю, что вы приведете своих товарищей. Разява, мешок вот этот забирай. Быстрее. Сервус. Привет. Сервус. Привет. Забирай. Как вы считаете, пора бы закругляться? Время вышло? Да. Feierabend! Все по домам. Хорош работать, бабы. Взяли инструменты по домам. А, господи! Чего тебе? Ира блуза из капот. Ваша блуза порвалась. Фройлен, я могу купить вам новую блузку. Такая красивая девушка заслуживает новых нарядов. Раскатал губу. Чура поганая. Нихферштейн. Пристал как панелист. Фройлен Ульян, сегодня танцен в клуб. Komm Sie doch mit. Слышь ты, хер ефрейтор, это моя невеста, Зидан Снихт, Ферштейн. А ты мной не командуй! Видишь, ты командир нашелся!
Сама решу, с кем и куда ходить. Иншульдигунг. Извините. Найн. Нет. Найн. Найн. Нет, никто. Не сегодня. Пошел отсюда, пошел. Ты что делаешь, а? Тише ты! Я тебя защищаю, а ты что ты? Ты с ним заигрываешь, да? Так защищать, как ты, прямой путь в могилу. Во-вторых, никто мной командовать не будет. Ульяна, надень. А эфрейтора я сама за пояс заткну. Угу, заткнешь. Ну ты и смелая, Уля. Что, неужели совсем их не боишься? Еще чего их бояться? Мы у себя дома, и в гости никто не звал. Подожди, шуганет их Красная Армия, покатится свой Фатерленд колбасой. Мать, ты бы потише, а? Давай лучше после проверки об этом поговорим. Понятно? Ну что, пойдем? Толь, вы идите без меня, я вас догоню. Пошли. Свежее пиво, ситро, тарелка, свежее пиво, ситро, заходим. Непобедимый борец по кличке Царь снова выиграл! 10 рублей тому, кто победит царя, плюс выпивка за счет заведения. Кто желает, господа? Я желаю. Прошу. Я делайте ваши ставки. На царя. Отлично. Нет, господин немец, благодарю вас. Назад посмотри. Смотрите, Вильгельм, настоящий русский медведь. Видите? Все боятся принять вызов. Любушка. Ради вашего поцелуя, Любушка, я готов побороть этого медведя. Ich setze auf meinen großartigen. Ставлю на своего прекрасного Зигфрида. Отлично, ставка сделана. Это не просто немецкий офицер, он из СС. Поддайся ради меня, ради нашего же блага. Иди сюда, я не проигрываю. Первый и последний раз. Руку убери. Господин офицер, удачи! Садитесь. Поприветствуем наших борцов! Лосвин! О, наконец-то у царя появился достойный противник! Супер! Ваш выигрыш, господин офицер. Meinen Preis habe ich bereits bekommen. Свой выигрыш я уже получил. Allen für dieses Geld etwas zu trinken. Всем выпивки на эти деньги. Валентина, пиво всем за счет господина офицера. Щедрый подарок от щедрого человека. Трус вас.
Что сказал? Повтори, что ты сказал? Ты сподличил. Немцам продаешься. Толя, успокойся, я тебе деньги за что плачу? Ты... Если кто-то хочет драться, прошу на ковер. Я порву тебя на клочки, ты мразь. Кишка тонка. Хочешь поговорить, найдешь меня в Шанхае. Царек. Найду! И убью! Сейчас предъявляем Аусвайл! Копчук! Следующий! Стой здесь. Есть охота аж до судорог. Мне уже хлеб с колбасой во сне видится. А ты читай побольше, от еды отвлечешься. Я вот сейчас Джека Лондона перечитываю. Прям дух захватывает. Мексиканец читал? Вот это личность. Все за свободу своей страны отдал. Коптюх. Байца. А ну швидче, швидче. Следующий. Да я бы тоже отдал. Знать бы, как с фашистской заразой в тылу бороться. Я уже знаю, как. Задержите его. Наказать его, чтобы другие видели. Идем сейчас ко мне и все расскажу. Ты глянь, он же свою. Следующий. У меня сестра хворая, ей же есть, ей надо, но... Ну не бейте вы! Коптюк! Der nächste! Следующий! Не зеваем! Следующий! Ищи, немочек, чиста как младенчик. Чтоб ты сдох, скотина! Der nächste! Следующий! Hände! Мой! Иди сюда! Иди сюда! Таша! Следующий! Der nächste! Все, иди! Спасибо! Толь! Давай! Останавливайся! Все! Иди! Таша! Коптух! Быстро нашел. Только невоспитанные люди заходят в гости без стука. Ну-ка, сюда иди. Я тебе морду сейчас бить буду. Слышь, ты... Ты уверен, что готов драться? Уверен. А как по мне, ты не готов. Да? Ты деморализован. Пьяный ввалился в мой дом. Ну ты трепло! Сюда иди! Я здесь.
Я пьяненький маленько. Моя реакция ослабла, поэтому ты меня и свалил. Давай еще раз. Дело не в реакции. У тебя ослабла воля, поэтому ты и пьешь. А для бойца потеря воли все равно, что потеря жизни. Фашистская! Сил больше нет терпеть все это. Ты ведь у нас такой покладистый. Ты умник, знаешь что? Не надо меня поучать, понял? Я и на фронте был, и в окружении посидел. И друга там лучшего оставил. И на ухо левое я там оглох. Была б моя воля, об этих фашистов давил бы! Одного за другим! Только толку в этом мало. Одного-двух задавишь, третий тебя пристрелит. А у меня родители старики. Смекаешь ты? Так дожди, когда твоих родителей вытащат за шкирку, как собак, и запинают. Ведь ты чего-то смекнул, ты чего-то придумал, друг. Расскажи мне, а? Я ведь это еще там понял. Мы с тобой пока не друзья, но можем ими стать. Если наши интересы совпадут, и ты бросишь пить. Уже бросил. У меня отец спит. Я проходил мимо, решил еще раз попытать счастье. Не передумали, фройлейн? Вы и я на танце? Найн! Убирайся отсюда! Сидит, подглядывает. Ну хорошо. Заигрываешь со мной? Тебе понравится. А ну-ка, убери руки! Ну, пусти! Чура поганый! Моя маленькая, ты же этого тоже хочешь? Я увезу тебя с собой в Берлин. Познакомлюсь с мамой, кольцо подарю. Я обещаю тебе, клянусь, тебе это очень понравится. Доча!